Фамилия? Бегимбаев. Имя? Абдрахман. Возраст? 72. Еще работает? Ну как же, он лесник. Так, лесник. Что с ним? Мы не знаем. Минуточку. Он без него пришел. Подождите. Реанимация. Валя, срочно, тяжелый больной. Да. Искаков где? Что? Как болен? Валя, немедленно пошлите за ним машину. Проникающее ранение и сильное обморожение. Потеря крови критическая. Может, я отвезу вас домой? Здорово. Здравствуйте. Гибралтарец. Зайди ко мне. В Германии и Италии были доставлены новые самолеты мятежников. Решили таки задавить республику. Кто такой Франко, знаешь? Плохо. Надо поднимать свою политическую грамотность. Погиб твой отец, знаешь? Знаю. Пожар был сильный. Потушить лесной пожар – дело почти невозможное. Даже когда выйдет 100 человек. Советской власти нужны хорошие работники. Мы предлагаем тебе стать лесником. Как говорится, продолжить дело отца. Ты ведь знаешь, где был его участок? Конечно. Вот и хорошо. В каком году он погиб? В 28-м. Быстро летит время. Жить будешь в доме отца.
Так справишься? Верю. Ты свою фамилию не опозоришь. А таких, как вы... Ну ладно. Бывай. Поехать и уж вернись. Осторожней. Конь с норовом. Магрипа. Магрипа. Мину вормашки. Меня лесником назначили. В доме отца будем жить. Ты согласна? Конечно, согласна. Когда наш малыш вырастет, он тоже лесником будет? Не знаю. Сперва роди, а там посмотрим. А что? Будет и сын, будет и дочь. Thank you.
Пьем надо смотреть. У мужа друг был. Неделю назад забрали. Прошлой ночью за нашими соседями пришли. Нами раньше добрые люди советовали. Укройтесь пока. До лучших времен. Мы-то что? Ко всему привычные. Детей жалко. Они ведь только жить начали. В чем их вина? Вот мы и решили. Всю жизнь прожил возле гор, а толком в горах впервые. Хорошие здесь леса. Где еще найдешь такие? Хотя тоже порубили. Кто вы? Куда идете? Я писатель. Жена моя врач. Хотим пройти через перевал к родственникам. А почему через горы? Да еще с детьми. Есть же дорога. Не для нас эта дорога. А знаете, запомните этот год. Год 1937. Пройдет лет 50, и люди поймут, что он был по-своему счастливым для всех нас. Недавно считанные часы отделяли нашу землю от возможного столкновения с астероидом. Но он пересек орбиту Земли раньше и пролетел мимо. Как подумаешь об этом, то приходишь к мысли, что все наши невзгоды — суета-сует по сравнению с этим. Астероид? Что это? Обломки других планет. Наподобие вон той вашей скалы. И что было бы с землей, если бы они столкнулись? Мы все любуемся осенним небом ночью. Звездопад. А в это время земля проходит через кладбище погибших миров. И что по сравнению с этим человек на земле? Песчинка. Счастливо тебе, малыш. Если через перевал, то лучше идти здесь. Прощай, Абдрахман. Дам-то здарыңызға. За хлеб, за соль, спасибо.
Аллах тағала жар болсын. Да хранит вас небо. Ну что ты молчишь весь вечер? Скажи хоть слово. Не мешай думать. И о чем же ты думаешь? Может, вправду души умерших переселяются в деревья? И ты в это веришь? Верю. Помнишь того писателя? Он говорил, что и у деревьев душа есть. Не надо ломать их попусту. Пока жив, сажай леса. Они то склоны станут голыми, придет великое несчастье, и с неба упадет огромный камень. И когда он упадет? Не знаю. Может, через 1000 лет? Ну, до того времени еще далеко. Спи. Малыша разбудишь. Неуклонно двигается вперед. Однако достижения нашей промышленности в целом не должны заслонять перед страной плохую работу отдельных отраслей. Наиболее отстающей отраслью народного хозяйства является сейчас лесная индустрия. Особую тревогу внушает ход лесозаготовок и лесосплава. Народный комиссариат лесной промышленности СССР не только не выполняет программы, установленные правительством, но работает даже хуже, чем в прошлом году, когда план лесозаготовок и лесосплава был взорван вредителями. Иркутск. Иркутский обком отменил выборы в первичных партийных организациях станции Байкал и Маритуй. Как проведенные в Ругань... На твоем участке никто чужой не появлялся? Почему не появлялся? Появляется. Охотники, местные жители, за грибами приходят, скот свой ищут. Подозрительных не видел? Кто подозрительный? Ну как кто? Писатель. Он не был подозрительным, про звезды говорил. Что здесь плохого? Это уж позволь нам судить, кем он был. А ты, по незрелости, стал его пособником. Ну что, теперь вы убедились, кто помогает врагам народа, сам становится его врагом, как говорит партия. Он хороший работник и честный человек. Этого мало. Это много. Сядьте на место. Что вы с ним сделали? Ты лес чистишь? Чищу. А для чего? Болеют деревья. Их надо убирать. А если не уберешь, пусть болеют, а? Нельзя. Другие деревья могут заразиться. Так вот, дорогой мой, и мы чистим. Только не лес. Общество. А что, оно больное? Наше общество здоровое. Странные вопросы, однако, ты задаешь. Зачем тогда чистить? Или лечить? Люди же не деревья, если одна ветка больная. Зачем все дерево срезать? А если болезнь вглубь пойдет? Так весь лес можно заразить. А здоровые деревья мы не трогаем. Ты же не трогаешь здоровые деревья? Трогаю. Если они не дают другим расти, мешают, я их срезаю.
Ты на что это намекаешь, Бегимбаев? Я ни на что не намекаю. Есть законы леса. У леса одни законы, а у общества другие. Ты, дорогой мой, политически безграмотный человек. Иди пока к своему лесу, философ. А вы останьтесь. Жолдаспик. Ау. Бар, пыль. Пойди узнай. Калай. Как там? Долго еще ждать? Только начали. Только начали? А что же делали? Искали? Что искали? Источник внутреннего кровотечения. Нашли? Нашли. Что это? Какие маленькие.
Абдурахман. Елдин Барби съехта. Если бы все начали сажать, как мы, то все эти голые склоны покрылись бы лесами. Магриба? Мне. Вот. Как обещал. Я думала, не успеешь. Что это? Койо. Койо хочет. Не плачь, маленький. Не бойся. Ветер. Большой ветер. Может, утро утихнет. Что еще? Отпустите меня на фронт. Перед людьми стыдно. Для стыда нету причин. Кроме стыда у меня совесть есть. А у меня? На этой войне каждый держит свою высоту. Почему вы меня оставили здесь? Фронту нужен лес. Выберешь для порубки лучший участок. У меня есть такой участок. Мертвые деревья. Пришлите бригаду, я покажу. Женщины справятся без меня. Для постройки блиндажей нужен хороший лес. Живой лес. Женщины будут вывозить. Нет. Да!
девчата! Ель крепка, Антоныч, еще крепче! Кому доказать? Ой, шел бы ты, Антоныч, в госпиталь, может, крепче станешь. Да качьте некуда. Давай, наш, ты в студию, а? Ну, успели, успели, да давай, все, сдаюсь. Сдаюсь, рота соломенная, сдаюсь. Дула нашу ель, никак не бывало. Ах, девчата, вот ведь как получается-то. Не с вами мне надо было бы воевать-то. Вставай, Антоныч. Работать надо. Изумительно. Значит, вот они где. Целый состав пиломатериалов не додали, выходит. Это что? Саботаж? Послушай, интендант. Инженер-майор. Так вот, товарищ инженер-майор, этот лес сажали, чтобы он вырос. Вырос. Война близится к концу. Это же просто неразумно. Лес сажают для того, чтобы его рубить. Будем рубить это, и это, и это. Рубить, рубить. Отсюда нам надо уезжать. Кайда. Куда? Он, блин, не знаю куда, но отсюда нам надо уезжать. Мы здесь. Горы убивают наших детей. И убьют нас. Таулар. Горы. Таулар кнесс. Горы здесь ни при чем. Таулар кнесс жил. Здесь нет их вины. Есть их вина. Бар!
Нет. Нет. Вы бы домой ехали. Завтра все узнаете. Нет. Нет. Первые наши ели так и не узнали вкус земли, а эти уже два урагана пережили и 7 ветров. Сколько лет прошло, а все еще маленькие. Ели как горы, незаметно растут. В год 3 сантиметра. А куда им спешить? Ты же говорил, у них еще 1000 лет впереди. Хорошо принялись. А там тоже будем сажать? Достану саженцы. Конечно, будем. А может, попробуем посадить яблони? Плакса, оказывается. Абдрахман, вас не грех кутыш. Подними ему головку повыше. Сын, ты же аскезен госпиталь, жлав полон шарс. Ты, наверное, в детстве тоже такой был.
Мне пора. Приходи ко мне. У тебя Магриппа, а я один. Приходи. Я же прихожу к тебе. Редко. Приду. На обед пейді көрдің бе? Вон ту сопку, видишь? Ол да аппақ. Она тоже голая. Ол да өлден аппақ. Она всегда была голая. Дүние жаралғаннан бер. Испокон веков. Дүние жаралғаннан бер. Испокон веков. Жолдасбек, не отставай. Егинбай, ты куда? Абдрахман! Саган кслерген. К тебе начальство приехало. Здор, посмотрим. Тагда келерин жармасы болган сынды. Опять за папкой увязались. Жолдасбек, тагда колгабын жоғалтып алган сынды. Жолдасбек опять варежку потерял. Как живешь, Абдрахман? Здравствуйте. Морозно сегодня. Малыши-то не замерзли? Да, пальчики немного. Растереть надо. Они у меня привычные. В отца пошли. Значит, слушай. А я курал начну. От начальника главного управления лесхоза Абдурахману Бегимбаеву вручить грамоту за 20 лет безупречной службы в государственной лесной охране. Подпись, печать. Познакомься. Твой новый начальник. Наслышан. Скромничает. А ведь на самых простых людях мы все и держимся. А как же вы? А мы? А мы повоюем. Ты к нам не приезжал. Проходи. Садись. Угощайся. Спасибо, не курю. Так, я тебя слушаю. У меня унесло саженцы яблонь. Мне нужны новые. Как унесло? Смыло. Был сильный ливень. А,
Стихийное бедствие, значит. А может, ты их с нарушением технологии сажал? Я их сажал как положено. Но ливень был сильный. Сильнее положенного. Хорошо. Выпишу. Выпишу больше, чем тебе надо. А разницу возьму себе. Спишем на стихию. Это как? Непонятно? Какие трудные сейчас годы. Уж ты-то, кажется, должен это знать. Нужно блюсти не только интересы своего участка. Знаешь, что такое маневрирование? Нет. У тебя нет образования, а время требует. И нужно всем нам быть на его высоте. А иначе... Так сколько тебе нужно саженцев? Сколько выпишете, столько посажу. Разницы не будет. Странный вы человек, Бегимбаев. Странный. И вперед не можете смотреть. Ну да ладно. Не буду настаивать. Других найдем. А с саженцами, которые смыло, разобраться надо будет. Собирайтесь, поедем в город.
Чё? Самый разгар ногу подвернул. Нехорошо получилось. Повезло мне на тебя. Как ты возле нас оказался? Пошел на выстрел. Думал, браконьеры. Ты разрешил им здесь охотиться? Им можно. Пошли. Осторожней. Дрова несешь. Лучше бы дрова.
Было все. А теперь иди. Начальство не любит посторонних. Вы еще ждете? Жолдасбек! Что случилось? Жолдасбек, балам. Жолдасбек, сынок. Кажется, лес горит. А где отец? В ту сторону поехал. Жолдасбек, туда иди. Сын? Яке. Да, отец. Кушать ты, Рамон. Саженцы целые. Ама. Целые. Если не демеки уларды халы. А помнишь, отец, как мы их сажали? Если не. Помню. Ну все, Жолдасбек. Теперь они будут расти долго. Хорошо бы. А куда мы посадим твою сосенку? Мою сосенку? Да. Давай на том склоне. Пусть смотрят друг на друга. Хорошо. Ты меня
меня видишь. Почему эти деревья без листьев? Они умерли. А почему тогда не падают? Бывает, что человек не доживает свою жизнь до конца. И когда он уходит в мир предков, где-нибудь обязательно умирает дерево. Оно стоит и не падает, пока душа этого человека не найдет себе новое пристанище, пока не начнется новая жизнь. Ты вернешься в лес? Нет. Но я, отец, буду всегда рядом с тобой. Я буду летать над твоим лесом, охранять его сверху. После армии я привезу тебе радиоприемник. Будешь слушать новости большого мира. Мать, наверное, заждалась. Может, пойдем? Да. Как вы сказали, называть этого лесника? Абдурахман. Абдурахман Бегимбаев. А что? Как-то до войны еще. Наша семья шла через перевал. И мы ночевали у лесника. Имя его было, кажется, тоже Абдурахман. Впрочем, нет. Не помню. Ну что? Ничего. У нас машина есть. Угу. Сейчас. А как, отец? Время покажет. Куда в такую рань собрался? В контору. Новый начальник вызвал. Абеке, сіз біздің ең таңдаулы орманшымыз көрінесіз. Вы наш лучший лесник. Я уже знаю об этом. Судя по документам, ваше ущелье самое трудное. А ваш обход в наших горах самый большой. А ваших елях и яблоневых садах нам прожужжали в институте все уши. Как говорится,
продолжим дело отца. Наше общество здоровое. Нужно блюсти не только интересы своего участка. Какие трудные сейчас годы. Я пригласил вас, чтобы познакомиться. Мы дадим вам помощника. Будем работать. Если будут какие вопросы, приходите, поможем. Сказал старик. Хуже фашистов. Здравствуйте. Здравствуйте. Я к отцу. К кому? К вашему отцу. Хирург Искаков здесь живет? Жил. А где он сейчас? Он умер. Как умер? Да, он умер. Но зимой он делал операцию моему отцу. И вроде не болел. Зимой? Это была его последняя операция. Плохо получилось. Извините. Если бы я пришел поругаться, поскандалить, я бы успел. А с благодарностью опаздываешь всегда. До свидания. До свидания. Она действует ощупью, методом пробы и ошибок.
существу история эволюции жизни на Земле – это кладбище видов. Став на точку зрения, что разум – это только одно из бесчисленных изобретений эволюционного процесса, да к тому же не исключено приводящее вид, награжденный им к эволюционному тупику. Мы, во-первых, лучше поймем место человека. Трудно тебе здесь жить. Да нет, привыкли. Может, внуки вернутся? Пойда? Куда? В мой дом. Может, вернуться. А может и нет. С программой геофизических исследований. Космонавты проводят серию экспериментов, целью которых является определение оптических характеристик атмосферы и получение данных об аэрозольном слое. Видишь, отец, что ждет твоих внуков в будущем, а ты говоришь вернуться. Вернуться. Шат. Полетают, полетают и вернутся. Адам Микенежер. Дом человека на земле. Он ешь к мешер. Никто его нигде не ждет. Аласпанда Микенежер. А в небе домов нет. Полмайта. И не будет. Женева. Сегодня здесь в рамках советско-американских переговоров по ядерным и космическим вооружениям. Лошеранана. Выключи. Отец! Аки! Отец!